она не настолько глупа. Забрать торговый корабль, дойти до Тиры и обратно. Что тут сложного? Ксении Охра пригодилось бы. Лишние деньги не помешают в борьбе с... Можем чем-нибудь помочь? Да. Вы говорили о грузе. Ничего мы не говорили. Да и не твое это дело. Говорили. Я хочу знать больше. А мне плевать, что ты хочешь. Простите меня, я тоже иногда выхожу в море, и мне стало любопытно. А, свои любезности оставь при себе. Но не вздумай чудить, пожалеешь. Да, мы бывали в море. Скука смертная, а уж любезности вообще ни от кого не дождешься. Я хочу найти корабль. Ну, тогда я помогу тебе. Будет о чем посплетничать. Рассказывать тут нечего. Поспеши, если хочешь найти груз. До Тиры отсюда далековато. Нужно найти Охру. Это легкие деньги. Вот следы крушения, а вот и Охра. Быстрей! Вперед! Оте то, Кюсонино, оте пио, оте пио, апорито. Всем больно! Наш капитан уходит! Thank you.
все это выглядит. Плохо дело. Нам теперь... Корабль! Простой торговый корабль! Ты пустил его ко дну, а наш разбил о скалы! Мы недалеко от Келса. Нас найдут, это точно. Акулы найдут тебя прежде. Стойте! Не вмешивайся! Сейчас капитан получит по заслугам! Что он сделал? Ничего хорошего. Неужто он обидел вас, бедных пиратов? Не надо было связываться с этим Малакой. В кои-то веки получили работу от Ксения, а он все испортил. Как вы оказались на острове? Я все расскажу. Я капитан. Мы вдоволь тебя наслушались. Я хочу выслушать капитана. Ну так вот. Мы участвовали в морском сражении и выиграли. Все благодаря мне. Но я не заметил, что рядом скалы. Так бывает. Может, поможете нам вернуться в Келс? Он ваш капитан. У капитана должен быть корабль. А он свой корабль прохлопал. Если поможешь вернуться в Келс, я щедро заплачу. Отойди. Прочь с дороги! Капитан Гатардис возвращается на Келс. Напрасно ты суешь свой нос в чужие дела. Он слишком долго морочил нам голову. Нет, живым он отсюда не уйдет. Спрячься за мою спину. Ну и битва, да? Спасибо тебе. А теперь отвези меня на Келс, и ты не пожалеешь. Очень надеюсь. Ты же не хочешь повторить их участь? Что ж, тогда вернемся на мой корабль. Что ты с нами? Как я счастлив вернуться на Келс. Гатардис! Я ожидала другого. Гатардис! Я думала, ты погиб. Где твой корабль? Эх.
всему виной коварные скалы. О, в тех водах с кораблем справится даже коза. Просто он скверный мореход. Малака! Для меня главное, что ты жив, братишка. Он твой брат? К сожалению, да. Что с командой? Эти псы вздумали убить меня. Если бы не Мистия... Он бы погиб. Значит, ты заслуживаешь награду. Гатарзис обещал заплатить. Щедро заплатить, если я правильно помню. Вот и плати. Я? Но ведь это ты... Ладно. За мной, бестолочь. Спасибо, Кассандра. Семья превыше всего. Спасибо за его жизнь.